2018 год начинается с хороших новостей. В первые часы Нового года в Кызылорде родилась девочка. Малышка с мамой чувствует себя хорошо. Первой их поздравила наш корреспондент Айгуля Ханова. Малышка родилась в областном перинатальном центре. Мама теперь уже 5 детей счастлива. Девочка родилась здоровой и крепкой. Малышку нарекли Раяной. Дочка Раяна родилась с весом 3600. Роды прошли хорошо. Теперь у меня 2 дочки, красавицы и будущие помощницы. Спасибо всему медицинскому персоналу перинатального центра. Регион год от года радует стабильно высокой рождаемостью. В прошлом году в перинатальном центре появилось на свет свыше 10 тысяч детей. 31 декабря до 12 ночи 28 малышей, половина из них девочки. Состояние здоровья матерей и детей хорошие. Естественные роды прошли без осложнений. Среди рожениц есть и жительницы районов. Главное, малыши и мамы живы-здоровы. В метрике Раяны будет вписана дата рождения – 2018 год. Кстати, в переводе с арабского Раяна означает «плодородная». Пусть и Новый год будет щедрым на добрые события. Пожелаем малышке расти здоровой и крепкой. Бао Бирк Болсын. Айгуля Ханова, Бекболат Абденов, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.